Вы думаете, за резнёй стоит Соган? Он был в моем доме незадолго до убийц. Этот тощий подлец их разведчик. Это еще не доказательство. Нет, но вызывает подозрение. Соган прибыл из Камиагаты как раз в начале осени. Когда мы узнали об угрозе нашествия? Чтобы погубить мой клан, нужна была тщательная подготовка. И война, чтобы скрыть измену. Где этот монах? Вот и Соган. Спешит куда-то. Пусть волк сам приведет нас в логово. Пожалуйста, мы так голодны. Просто поймите, что... Можем спуститься здесь. Вы послали меня его напугать. Чтобы он растерялся и совершил ошибку. Теперь он ведет нас к своим друзьям. Будьте рядом, нас не должны увидеть. Кто не видел, как я вожу. Прячьтесь. Он нас видел? Вряд ли. Пошел дальше. За ним. Скройтесь.
подойдем ближе. Сюда. Масако жива. И теперь с ней самурай. А, так вот, кто перебил наших людей в поместье. Вы болваны. Теперь они знают, что я в этом замешан. Найдите их! Чего раскричался-то? Я спрячусь здесь. А вы идите и убейте их обоих. Эти люди убили мою семью. Мне нужен монах. Остальных прикончи. Я здесь! Ваш лучший воин! За ним! Тебе некуда бежать. Это ты погубил клан Адати. Я доставлял послание. От кого? Знание не облегчит страданий. Да что ты знаешь о страданиях? Масако. Я хоронила своих родных одного за другим. Несколько дней. Но тебя я оставлю для волков. Он нужен живым. Пусть скажет, кому служит. Наш мир изменился. Те, кто это видит, встают ему навстречу. А тех, кто мешает, нужно убрать. Это же были дети! Масако! Он бы нам ничего не сказал. Мы должны узнать правду. Что-то должно подсказать.
Поищите снаружи. Я здесь все осмотрю. Закончишь, приходи. Плата за убийство детей немного стоили их жизни. Имена и символ. Масаку может их знать. Нашел что-нибудь? Здесь список имен и символ клана. Эти люди носили такой же символ. Я никогда его не видела. Враждебный клан. Они хотят захватить власть. Нужно их остановить. Остановлю. Одна вы не справитесь. Когда об этом узнает мой дядя, он заставит предателей ответить за все свои злодеяния. Помогите мне, и мы покараем убийц ваших родичей. Вместе. Когда отправишься спасать своего дядю, я помогу. Спасибо, госпожа Масако. Но до тех пор у меня есть дела. Хороший мальчик.
выходит из падения в перекат. Ловко. Господин, нужен оружейник. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин.
Прощай. Ваш меч защитит нас всех. Где тут можно найти припасы? Не знаю, господин, но боги помогут, если вы проявите уважение. Найдите врата Тории, которые ведут к святилищу, и возьмите то, что вам предложат. Говорят, подарок богов может изменить судьбу человека. Мне не помешает такая помощь. Могу подлатать вам доспехи, господин. Это вас защитит. Ваше доверие – честь для меня. Что случилось? Господин Сакай, скорее сюда! Госпожа Масако, есть вести об убийцах вашей семьи? В списке, что мы нашли, первое имя Садао. Это староста деревни Кута. Кута служила вашему клану. Почему он вас предал? Потому что он неблагодарный мерзавец. Мой муж сам назначил Садао старостой, чтобы негодяй потом убил его детей. Я знаю, что он спешно бежал из Куты в ночь нападения. Значит, прослышал, что вы выжили. Садао – коварная змея. Но его брат Хати – глупец. Он только что проехал мимо храма, повез еду для беженцев. И наверняка заглянет туда, где прячется брат. Вот тут-то мы его и поймаем. Надо идти, иначе мы его упустим. После всего, что случилось, не ожидал вновь увидеть вас в этом храме. Я пришла, чтобы отыскать брата Садао и оплакать мертвых клана Адати. Вы дали семье достойное погребение? Нет, пока убийцы на свободе. После смерти отца я простился с ним в ту же ночь. Это помогло унять боль. Я похоронил их. Довольны и этого. Пока что. А когда вы в последний раз спали? И ели? Я ела рис и рыбу. Вчера. Даже юным воинам необходим отдых. И сытый живот. Ты считаешь меня старой, господин Сака? Я бы не осмелился. Будь уверен, моя рука тверда. Мы уже должны были нагнать Хати. Куда он мог пойти? Обе дороги изъезжены. Осмотрим здесь все. Он где-то рядом.
Масаку, там человек с тележкой. Это Хати, брат Садао. Я все взял. Где же эта проклятая... А, вот она. А, ну ладно. Уходит. Уйди от меня! Последний, не попадаясь на глаза. Я все взял. Где же эта проклятая... А, вот она. А, ну ладно. Уходит. Последуем за ним. Близко, но не попадаясь на глаза. Не вредь, Черинго! А то потом морковки не получишь. Скройся! Славная погода для прогулки. Если встретим монголов, каждый сам за себя, дружище. К нему кто-то пришел. Нельзя, чтобы нас увидели. Что у тебя в телеге, жалкий попрошайка? Еда, вода, всякое. Покажи. Пожалуйста. Нам обещали саке. Ты достал? Пока нет. Зато есть кое-что для вашего гостя. У них встреча. Мы передадим. Он передал им записку. Я еще загляну, как обычно. Мы будем ждать. Забудь о повозке. Следуй за лошадьми. Он полный болван. Он брат старост. Все равно болван. Но саке у него славное. Сегодня он саке не принес, только записку. Эта записка дороже твоей жизни. Если мы ее не доставим, староста нас убьет. Садао человек семейный. Только семья скверная. Его братья разбойники. Помните бунты из-за нехватки риса? Поместье Кута. Да. А кто, по-вашему, нанял разбойников, чтобы убить бунтовщиков? Садао, староста. Трус. Так и знала. Вот-вот. Так что не забывайте о резне в Куте, когда вспоминаете старост. Дом дровосека. И там разбойники. Двоюродные братья Садао. Наверное, он здесь. Мы этого не знаем. Но скоро точно выясним. Предатели! Сразимся!
Выходите! Первый! Что вы умеете? Сразимся! Ваш час! Вы трусы! Умрите!
сразимся! Мертвецы не отвечают на вопросы. В доме кто-то есть. Он и ответит. Позвольте сперва мне. Записка от Садао. Хати передал ее охранникам. Где? Не надо бояться. Мое имя Сакэ. Кто ты? Хина, жена Садао. Мой муж не виновен. Это монголы убили вашу семью. Где твой муж? Я не знаю. Ты лжешь! Она поможет. И здесь ей быть нельзя. Я заберу ее в свой дом. Она же убьет меня! Никто тебя не тронет.
расскажу остальным, что вы живы. Да хранят вас боги. Thank you.
один шаг. Что вы умеете? Sorry.